Перед началом концерта артисты шутят с заключенными. Для них они просто представительницы прекрасного пола. С ними они шутят и даже делают комплименты среди зрителей, осужденных, которые отбывают наказание за убийство, кражу и другие преступления. Курс смехотерапии полезен, говорят артисты. Для осужденных представили особую программу, в которой номера смешные и веселые. Для прекрасных дам поют песни о любви. В учреждении И-67/4 было организовано воспитательное мероприятие совместно с представителями театра сатиры города Шымкент среди осужденных женщин, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Данные мероприятия направлены для исправления и дальнейшего освобождения осужденных. Среди осужденных в женской колонии 167/4 есть не только криминальные таланты. Многие могли бы дать фору артистам, однако выбрали совсем другой путь. Шудин Саидов, Ильдар Жунусханов, Абзал Турабеков, информационная служба телекомпании ОТРАР.